Руководители большинства команд не приехали на собрание российской футбольной премьер-лиги, решив, видимо, все вопросы заочно. Те же, кто собрался, определили календарь соревнований на следующий год и оставили летний перерыв в чемпионате России. Будем говорить, 50% клубов высказалось за то, чтобы эту паузу дать, понимаете? Поэтому мы вырабатывали, разрабатывали с учетом мнения всех клубов. Терек, с одной стороны, понимаем их, с другой стороны, сегодня нашли компромисс, и, в общем-то, при голосовании, предложение, которое большинство клубов принято было, это предложение. Пока, все же очень большая нагрузка на игроков с учетом выступления сборных. Их мотивация, обоснование тем, что матчи сборной – это отдых для команд, не нашли понимания, потому что для Керрика это может быть и отдых, а для клубов, которые делегируют игроков нашей сборной и другие, это не отдых. Руководство премьер-лиги прояснило все нюансы в отношении переноса матчей внутреннего чемпионата и количества дней летнего трансферного окна. Со стадии полуфинала три матча, два полуфинальных и один финальный, как «Зенит» в этом году, перенести найдем, три дня найдем. До полуфинала никаких переносов, будут играть в режиме четверг-воскресенье. Трансферное окно планируется с 1 августа по 31, сразу после 15-го тура, перед 16-м, 31 день. Президент организации Сергей Пряткин подвел итоги прошедшего чемпионата России и объявил об ужесточении мер в отношении баннерных войн и скором изменении регламента в этом направлении. В регламент, да во все регламенты, начиная от регламента проведения, кончая дисциплинарным, техническим, назрели многие вопросы. И, в общем-то, президент Российского футбольного союза тоже, мы на исполкоме это рассматривали. Поэтому в регламенты изменения будут вноситься. Мы когда будем это? Ну, наверное, на первом собрании в новом году мы будем эти изменения. Сейчас клубы работают над этим. Очень много назрело изменений, дополнений, в том числе и ужесточение мер за так называемые баннерную войну, дисциплинарные санкции и так далее. Да, будут.